Всем салют, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Мега Псиковщина. Сегодня у нас будет на обзорчике модель автомобиля. Масштаб 1.24. Производитель у нас Motor Max. Серия Diecast Collection. И у нас очень необычный автомобиль. Это Chrysler Howler. Чертовски необычного дизайна. Очень оригинально смотрится. Не удержался, решил приобрести. Очень понравился данный автомобиль. Нигде я таких моделей не видел. Такой попался мне только вот от Motor Max первый раз. Плюс, опять же, Motor Max у нас сейчас считается такой экзотикой. Его в магазинах практически нет. Не знаю, с чем это связано. Но, тем не менее, попадается он очень редко. А модели у них очень и очень бывают неплохие. Итак, у нас здесь стандартный Motor Max-овский блистер с прозрачным окном, довольно-таки стильным оформлением. Масштаб 24. Сзади у нас здесь тоже как все стильненько оформлено. С боков у нас ничего нет. Опять же видим кучу лицензий, по которым производятся данные модели. Но нам все-таки интересна сама модель. Давайте достанем из коробочки, посмотрим, что у нас там внутри. Итак, из блистера мы достаем сразу такой вот постамент. Сделан он такой, как выставочный стенд на какой-нибудь автовыставке. Большой плюс Motor Max'у за такое оформление. Опять же, хороший надежный крепеж в виде двух пластиковых вставочек, закрепленных на двух шурупчиках. То есть по упаковке, как всегда, никаких нареканий к Motor Max'у нет. Еще у нас тут, как мы видим, одна транспортировочная лента, вторая и еще есть третья. В принципе, машина, автомобиль, точнее, модель закреплена очень хорошо. Давайте распакуем и посмотрим по деталям. Итак, дорогие друзья, достали мы наш Chrysler Howler. И черт возьми, это не машина, это, блин, Бэтмобиль какой-то, честно говоря. Насколько я знаю, это вроде бы привет из 90-х данный автомобиль. Чертовски необычного дизайна, очень оригинально смотрится. Опять же повторюсь, ни одного другого производителя я данную модель не видел. Итак, давайте рассмотрим поподробнее, что у нас здесь. Классные диски, покрышечки у нас резиновые, все как полагается. Сама модель довольно-таки увесистая, такой обтекаемый черный корпус. Так. Покраска вроде бы и ничего, но нашел небольшой косячок. Не знаю, с чем это связано, но вот есть тут на дверке такой мазок краски. Но опять же, это мелочь. В целом, сама покрасочка довольно-таки ровно, ровный глянцевый цвет, без каких-либо, по крайней мере, на первый взгляд, ничего такого не вижу, никаких косяков вроде бы нет. Итак, есть у нас, кстати, боковые зеркала с имитацией зеркал самих. Есть вставочки. Габарит вот этот вот, или повторитель поворота, я не знаю. Просто выделен краской, но он хотя бы выделен. Передние диски довольно-таки неплохие, как аналог первых, но они в разы, передние колеса, меньше. Это какой-то гибрид автомобилей, драгстера, что ли, тоже. Но я говорю, он напоминает больше Бэтмобиль по дизайну, чем обычный автомобиль такой. Так, по передней части. Передняя часть у нас вообще просто фантастическая. Сделано очень и очень оригинально. Фары у нас сделаны отдельными элементами вставочки.
Есть еще какие-то лампочки, но они выделены просто краской. Блин, с черный цвет на нем все сливается, несмотря на то, что смотрится очень неплохо. Дизайн просто, ребят, сумасшедший, честно говоря. Выглядит все очень круто. И да, у нас еще здесь вдобавок поворотные передние колеса. Это просто обалдеть. Причем поворачиваются они у нас вместе с металлическими крыльями. Как вы видите. Думаю, видно. Чертовски круто сделано. Так, по второй стороне у нас все аналогично. По задней части у нас тут номер есть, 2001 год. Есть выхлопные трубы, тоже выделены просто серебряночкой краской, но уже вид совсем другой. Задние огни просто прорисованы различным цветом краской. Тут у нас тоже, но опять же мелочь, но это выделено другим цветом и смотрится это уже совсем по-другому. Так, что у нас еще, багажник здесь открывается, что ли? Такое ощущение, что да. Ну, ладно, сейчас мы доберемся до открывающихся частей всех. Так, посмотрим, что у нас здесь снизу. Масштаб 24, Chrysler Holder Concept, 2002 год, Motor Mars. Итак, опять же, довольно-таки простенько сделано днище автомобиля, но оно есть. Выхлоп сделан, выведен. Детализация какая-никакая присутствует. Задний мост тоже есть. Опять же, обратите внимание на колеса. Передние маленькие и узкие. Задние гораздо крупнее и шире. Хотя, думаю, шире они могли быть еще больше. И дизайн такой, как выглядит как утюг, честно говоря, снизу. Но как только видим верхнюю часть, вид очень даже классный. Прикольный автомобиль, очень необычный. Так, что у нас здесь по открывашкам обещает? У нас здесь открываются двери. Зеркала у нас присутствуют с обоих сторон с зеркальными вставочками. На дверях есть дверные карты. Так, все сливается, все черного цвета. По салону, надеюсь, вам тоже будет видно. Салон сделан очень и очень хорошо. Детализация классная, сиденья отличные. Приборная панель, есть наклеечка, вроде бы это наклеечка. Руль есть, кстати. Поворотный нет. Да, и руль, кстати, поворачивается вместе с колесами. Обалденно. По салону здесь, в принципе, ребят, все отлично. Никаких нареканий. Все очень здорово сделано. Двери закрываются очень мягко. Пружин тут никаких нет, ничего не подпружинено. Так, интересует вопрос с задним багажником. Обалдеть. Обалдеть, ребят, посмотрите на это. Тут еще двойной багажник-открывашка. Вот это круто. Это, блин, на дорогих моделях это очень редко можно такое увидеть, а тут просто обалдеть. То есть тут уже какой-то полупикап, полулегковой автомобиль. Обалденно. Так. Ну, закрывается он, кстати, очень туго, честно говоря. И непонятно. Ладно, сейчас мы разберемся. Так, а что у нас? Капот здесь еще открывается? Нет. Блин, ребят, тут еще открывной капот. То есть мы еще и двигатель увидим. Обалденный объемный вкладыш двигателя. Детализация очень даже неплохая. Красочкой выделены отдельные элементы.
посмотрите только на этот капот. Обалдеть. Это просто что-то с чем-то. Я так понимаю, ребята постарались сделать все, что только можно здесь открывающимся. Это круто. Движок прикольный. За движок пятерку. За открывашку капота. Еще и такого тоже пятерку однозначно. Так, и еще у меня такое подозрение, что... Да, ребята, обалдеть. Только посмотрите. У нас еще здесь съемная крыша. Съемная. Да. У нас здесь съемная крыша имеется. Заднее стекло, вставочка есть прозрачная. И в итоге мы получаем, блин, обалденный кабриолет. Вот насчет задней багажной двери что-то я не пойму. А, все. Она просто очень плотно закрывается. Ну, это в оригинале, я так понимаю, сюда, наверное, ходит раздвижная крыша. Скорее всего, потому что это очень похоже на кожух. Итак, в итоге мы можем получить как кабриолет, так и необычного дизайна автомобиль с крышей. Салон, кстати, можно посмотреть более подробно. Все видно, все отлично. Вообще, ребята, модель чисто только восторг вызывает. Не сказать, что она бюджетная, это не Маиста нифига. Стоит она довольно-таки немножко подороже. В отличие от того, что продается в детском мире в каком-нибудь. Но вы посмотрите только на функционал. Здесь открывается, собственно говоря, все. Плюс еще поворотные колеса есть. Motor Max умеет приятно удивлять. Крышу еще тоже не забываем. И это обалденно. Ну вот такую модель рекомендую просто однозначно для покупки в коллекцию. Она просто шикарная. Сделано все на высшем уровне. Просто шикардос. Очень оригинальная, красивая, функциональная модель автомобиля в 24-м масштабе. На этом, я думаю, у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии. Будет интересно почитать по поводу данной модели комменты. Понравилось вам или нет. Есть ли смысл искать что-то вот такое оригинальное, а не то, что продается, грубо говоря, в наших магазинах. Эту модель я заказывал через интернет из-за рубежа. В принципе, да, дороговато, но тем не менее она того стоит. Всем спасибо еще раз. До скорых встреч. Увидимся на канале.